Всем привет! Сегодня у нас очередная посылка с Китая. Что в ней, мы можем только догадываться. Сейчас мы распечатаем и посмотрим, что там. В принципе, как я и догадывался, это веб-камера для компьютера или ноутбука. Вот такая вот веб-камера. Стоимость данной камеры $2.42. В Украину шла 14 дней. Шнур, как видим, раскручивается что-то. Так, по заявлениям продавца, разрешение данной веб-камеры 1024 на 768 пикселей. Как она работает, уже посмотрю в процессе того, как подключу ее к компьютеру. Так, что-то у нас тут уже закрутилось. Плохо сматывается шнур. Так, шнура. Шнур короткий, как всегда. Назад скручиваться не хочет. Шнур назад скручиваться не хочет. Вот раскрутил его, он назад уже ни в какую не идет. В общем, шнур не скручивается, ребята. Как работает камера, я проверю и расскажу, стоит ли такое заказывать. По заявлениям продавца, как я говорил, разрешение 1024 на 768 пикселей. И, как он заявляет, 7 мегапикселей камера. Ну вот мы уже распаковали, растянули шнур, он уже не скручивается. Мало того, что он короткий, это я не знаю, как его для ноутбука только подойдет, для компьютера вряд ли достанет, разве что где-то, если системный блок на уровне монитора стоит. В общем, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!